Всем большой привет! Сегодня я получила свой заказ по 7-му каталогу в компании Faberlic. Пришел уже 8-й каталог. Многие девочки уже его получили, показали, даже многие полистали. Я еще только мельком посмотрела его. Снова мне привлекла внимание серия детской одежды. Как и любая мама, в первую очередь мне хочется одевать и рядить своего ребенка. Поэтому в первую очередь я снова в детскую одежду и снова новинки. Сейчас я покажу по 7-му каталогу заказ. Единственное, у меня на автозаказ опять детские вещи попали, и они сейчас не пришли, придут позже. И хочу чуть-чуть поругать компанию Faberlic. Очень удивительно, когда в первые дни начинаешь делать заказ, и одежды уже нет. Вот, например, шорты были как цветные, так и однотонные, причем разных размеров и разных расцветок, но в наличии не было вообще ничего, никакого цвета, никакого размера. Мне кажется, если уж вы на начало каталога сделали этот товар, включили в каталог, почему его нет? Или хотя бы пусть оно будет в автозаказе, а тут даже автозаказ не прокатывает. Ну как-то мне это совсем непонятно. Если кто-то знает, что это за фишка у компании Faberlic, когда товар представлен, но его уже нет на складе или не было и не будет. Ну, в общем, непонятно. Ладно, давайте теперь о хорошем. Что же я заказала? Мама очередной раз берет этноботанику, шампунь и бальзам. У нее Faberlic две пары любимые. Это вот от этноботаники укрепление от кончиков. От корней до кончиков здесь идут цветок тиаре, ягоды асаи, масло макадамии. Прямо любит она эту пару. Тут и шампунь хорошо промывает волосы. У мамы склонные к жирности волосы. И бальзам хорошо работает. То есть волосы прекрасно расчесываются, становятся гладкие и послушные. Я сама пользовалась, мне нравится. Вот такая парочка. И вторая линейка, которая ей нравится, это уже в Bio Arctic. Она постоянно берет для жирных волос. У нее тонкие волосы, еще могу добавить. Ей нравится. Я, как и многие, не смогла мимо пройти вот этой новинки. Гель для душа «Карибский бриз». Очень красивый дизайн упаковки, прямо очень. Входит сочный ананас и карамбола. Ну, карамбола. Девочки, пахнет ананасом из сладкого сока. Вот как-то так. Приятный аромат, приятный дизайн. Буду с огромным удовольствием пользоваться. 310 миллилитров в нем. Его можно и как пену использовать, но я буду как гель для душа. Понравился. Я сначала взяла только мыло. Ну, написала себе в заказе, потому что гелей у меня на самом деле очень много. Но девочки так хвалили гель, что я уже, когда делала заказ, его тоже вписала. Ну и сплошной позитив, это посмотрите, как оформлено мыло. Даже не важно, какое там мыло внутри, упаковка такая привлекательная, что ее трудно было ни взять, ни заказать. Дальше. Для рук с хорошей акционной ценой были средства. У меня сестренка взяла маску, крем-маска для рук, антивозрастной эффект. Но антивозрастной можно не обращать внимания, просто хорошо будет питать ручки и за ними ухаживать. И второе средство про руки, это крем для кутикулы. Увлажняет и смягчает. Входят витамины. Вот такие. Была очень приятная цена и взяли. Так. Хорошая цена была на маске. Тоже взяла себе сестренка. Она взяла от этноботаники маска клюква и первоцвет 30 плюс 2 штуки. Так, не падай, постой немножечко. 20 плюс алоэ вера и ежевика масочку. И 40 плюс иглица и розовая радиола. Сказала, что которая вот постарше она подарит, а остальными может пользоваться сама.
Так, в каталоге было хорошее предложение. Если брать три кусочка мыла, то они по 35 рублей. Я взяла те три, которых у меня нет. Если честно, я мыло от Faberlic особой любовью люблю и набираю коллекцию. Но мне хочется, чтобы от Faberlic вот эти кусочки были у меня все. Мне не хватало розы и сандал из серии Оранжери. Но они очень позитивные и красивые. Османтус и Лимонагрос. Два других у меня уже есть. И вот Ля Крем ухаживающий с соком инжира и молочными протеинами. Вот такой вот тоже. Два других у меня уже есть. И вот не хватало для полного счастья именно этого. Был один купон 50% на декоративную косметику. Я взяла помаду. Помаду от Faberlic. Не вижу названия, но в общем цвет. Ну, мы сейчас посмотрим. А вот артикул. 43033. Вот такой артикул. И давайте посмотрим с вами. Я не доставала ее до вас. Мне хотелось посмотреть вместе. Тот ли я цвет выбрала, понравится он мне или нет, я не знаю. Вот так она выглядит. Тут зеркало. Очень красивый дизайн. Есть кнопочка. Ну и давайте смотреть. Понравится, нет. Ягодная. Такая ягодная она. Ну и сочная. Ну, сочная такая. Сочная, ярко-розовая. Темно-розовая, наверное, даже правильно так сказать. И вот так она смотрится. Буду носить, нравится. У меня одна есть, но мне не совсем подошел тон. Он уходил в персик. Но он у меня еще сейчас есть, уходит в персик. Он мне больше на загорелое лицо пойдет. А сейчас буду вот этой пользоваться. Меня тут спрашивают, зачем вам столько помад. Ну, я думаю, если бы у меня их было меньше, или если бы я их к ним была равнодушна, то меня бы, наверное, на Ютубе не было. Вот такая помада красивая, прекрасивая. И просто замечательная, на мой взгляд, была акция тоже по 19 рублей. Можно было взять разного вида ультракондиционеры для белья. 19 рублей, если вы на 300, кажется, рублей по каталогу набираете товар. Но вот за счет того, что у меня была в заказе одежда детская, тут-то понятное дело, я бы не набрала, у меня выпала возможность 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук взять кондиционеров. Они у меня вышли в итоге. Сейчас я вам скажу, прямо совсем смешная цена. По 19, а ну да, по 19 рублей, 38, а почему-то скидки я не вижу, ну ладно. Два взяла я вот таких, с аромакапсулами, в них 50 миллилитров, мне кажется, тут раза на 2, на 3 хватит, потому что он концентрированный, буду пользоваться. Следующие я взяла две штуки тоже. Для чувствительной кожи он подходит для малышей даже, для детского белья от нуля. У меня хоть ребенок и не малыш, но в любом случае интересно попробовать. И не знаю из каких соображений, но вот три я взяла с ухаживающими добавками. Вот. Они все идут для детской одежды. Как бы можно. Вот такие вот еще три. С удовольствием буду ими всеми пользоваться. Может быть, что-то подарю. Я не жадина. И будем пользоваться тогда с тем, кому подарю. Вот такой у меня получился заказ. Футболки детские я покажу чуть-чуть попоздней. А пока прощаюсь с вами. Спасибо всем, кому было интересно. Спасибо всем, кто был со мной. Еще раз покажу помаду. Достаточно для меня смелый цвет. Яркий такой.
сочно-розовый, в красноту уходящий. Ну, краснота розовая такая. Красиво. Всем пока, до новых встреч!